Наши достижения дались нам гораздо труднее, чем мы могли себе представить. При захвате аэродрома и минометных окопов стало ясно, что враг будет биться до последнего. Противник занял позицию в джунглях и пещерах, окружающих вершину, где установлены тяжелые орудия. Захватим их и пилели у нас. Миллиметровый миномет со своей позиции еще держит плацдарм под прицелом. Вы уже видели, что бывает, когда он бьет по берегу. Любая попытка перебросить подкрепление окончится тем же самым. Гребаная кровавая баня! Да. Так вот. Майор Гордон запретил высаживаться до тех пор, пока с артиллерией не будет покончено. А теперь слушайте. У Тодзё тут целая сеть туннелей и пещер, идущих сквозь всю эту проклятую скалу. Мы попытаемся выкурить их оттуда собаками. Но мы ведь все знаем, до чего упорны эти ублюдки. Готовьтесь к рукопашному. Прикрывайте друг другу спину. Не попадайтесь. Не бойтесь, пехота! Укрепите! Влево! Вон еще одна, впереди, наверху! Сделай ее! Тогда наши танки смогут пройти! Еще один готов! Еще один готов!
пока неплохо, морпехи! Двигайтесь вдоль оврага. Следите за деревьями! Держись. Наверное, смогут прикрыть нас, когда мы подойдем. А зачистить пещеры уже наши. Давайте закрыть, пока они не закончат. Они идут прямо на нас! Я прикрою тебя! Эй, кто его? Ложись! Ну, давайте мне! Перезаряжайся! Наступаем! Пошел! Давай! Держаться рядом с танком! Прячьтесь за него! Вот ты куда! Братья, смея! Бегите за огнем противника! Держитесь позади танка! Слева! Понял вас! Ага! Зачистите эти пещеры! Они идут прямо на нас! Было. Они
Товарищ! Вызывай штаб! Черт побери! И скольких морпехов мы потеряли в боях за эту скалу? Уже слишком многих. Сообщи майору Гибсону, артиллерия на позиции полностью уничтожена. Да, сэр.